Еще раз сравним работу этих двух калькуляторов. Правим в том же режиме, в котором он был, Advanced график. 84 он дадим даже небольшую фору. Так. По времени. Ну, как и видим, Prime прорисовывает намного медленнее. И не совсем понятно, что там вообще будет. Ну, смотрим. 84 закончил. Prime, так сказать, еще в творческом процессе. Но не будем его ждать. Переведем в режим функции. И посмотрим, как он прорисовывает в этом режиме график. Так. Практически мгновенно. Так что, ребята, пользуйтесь.